Страйкбольный автомат АКМС от производителя из Китая компании Yandel. В комплекте есть набор наклеек, шеврон Yandel, инструкция, сертификат тестирования, переходник стеконнектора на мини-тамию, пластиковая масленка, она тут пустая, стальной механический магазин, он здесь весь в масле. И сам автомат, он тоже весь в масле, так что когда будете доставать первый раз его из коробки, будьте аккуратны. Материалы изготовления: пламегаситель, стойка мушки, ствол, газовая трубка, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, приклад и вся фурнитура, все это выполнено из стали. Цевье выполнено из дерева, рукоятка пластиковая, магазин стальной. Привод хорошо собран и монолитен, никаких люфтов нет. Прицельные приспособления: мушка и целик, все с возможностью регулировки. Под ствол установлен шомпол. У основания цевья и у основания приклада есть антабки для крепления ремня. Приклад стальной и складывается следующим образом. Органы управления самые стандартные для приводов АК-серии. Это спусковой крючок, клавиша отмыкания магазина. Магазин, кстати, примыкается очень легко, потому что здесь штатно установлен магвелл. Переводчик режимов огня имеет три положения. Это предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Если потянуть за имитацию затвора, мы получаем доступ к регулировке хоп-апа. Хоп-ап стандартного АК-типа регулируется с помощью бегунка. Аккумулятор у данной модели располагается под крышкой ствольной коробки. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо нажать вот на эту клавишу и снять крышку. Внутри мы находим разъем для подключения аккумулятора. Здесь стоит Т-коннектор, есть электронный ключ. Места под ствольной коробкой достаточно для размещения стандартных аккумуляторов АК-типа. Внутри установлен самый стандартный для приводов АК-серии гирбокс третьей версии. Все компоненты гирбокса полностью стандартные, поэтому привод полностью тюнингопригоден.